из всех поселков, которые к этой категории относятся, именно на Камчатке расположена львиная доля, большинство, и поэтому Камчатский край является основным получателем этих денег. Нам предстоит сейчас в короткие сроки ту подготовительную работу, которая у нас уже велась, завершить. Прошу подготовить и перечень приоритетных опорных пунктов прибрежных, на которых мы в первую очередь будем наше внимание сосредотачивать, и видение развития инфраструктуры на долгосрочный период. Оно будет предполагать федеральное софинансирование и, конечно, участие наших предпринимателей, которые показывают готовность к такому социально ответственному подходу. Работа, повторюсь еще раз, уже достаточно времени ведется, сейчас надо в короткие сроки ее завершить. Здесь важно скоординировать и деятельность органов местного самоуправления, и видение территориальной схемы развития, и, конечно, профильных вопросов организации рыбохозяйственной деятельности. Поэтому прошу эту работу Юлию Сергеевну координировать. Ну а, соответственно, в нее должны быть включены Андрей Георгиевич Дитовецкий, Министерство рыбного хозяйства, Министерство экономического развития Андрей Сергеевич Гончаров и Денис Андреевич Прудкин, Министерство местного самоуправления.